Всем привет, с вами снова Максович, мы продолжаем проходить игрушку под названием All Evil Night, и у нас 12 уровень. У нас всего остался вот этот уровень и финальный уровень с боссом. Так, ну что, давайте, я не знаю, подлечимся сначала. Да, благо здесь хотя бы аптечка есть. Что же я тебя сразу не грохнул-то, а? Надо было сразу ее... завалить, она же прямо вот здесь вот висела. Ну да ладно, так, 54 здоровья, маловато, конечно. Но хотя бы так, все лучше, чем ничего. Может, здесь есть тайничок какой-нибудь? Да ладно. Слушайте, это я удачно зашел. Так, сколько у нас нужно патронов, чтобы вот этих застрелить? Ну, 4, по-моему, да, где-то? Нормально. Давайте сразу. Как ты не вовремя-то? Ну, ладно, хотя бы так, обошлось. Я думал, сейчас, пока я стреляю в одного, нас сожрут уже другие. Так, аптечку брать не будем. Пока что, ибо как бы нефиг. Зря расходовать, может, еще придется вернуться. Даже 3 патрона, в принципе. Ну, в общем, смотря куда попадешь. Как повезет, как говорится, да? Есть такой туман густой, прям... Бля. Да что ж ты... Собака такая. Так, это у нас какая птичка? Большая? Нет. Это маленькая. Ладно, можно забрать. А, ощущение такое, что в тумане здесь может быть что-то... лежать. Ну, по факту ничего. Вроде бы нет. Ладно, давайте продвигаться потихонечку. Так, паучье. Давайте их сюда приманим, если можно. Так, еще один. Ну, этих, я думаю, сейчас мы по одному выманим, да? Нормально будет. Да блин, я же застреваю в них. Как это неудобно. Так, давай, иди сюда. Все, ну они на вид только достаточно грозные, а так, в принципе, на легком убиваются достаточно легко. Что ты, собака, привязалась? Как они всегда не вовремя, а? Да, еще один. Ах, блин. Чтоб тебя... Как я все время перезаряжаюсь-то не вовремя. Так, патроны забрали. Уже хорошо. Еще одни патроны. Что-то прям какой-то раздача патронов. Фух, блин, на последнем патроне. Я уже думал, все, если сейчас промажу, то кирдык сожрет нахер. Так. Что-то мне так кажется, так, как будто это место скопировано прямо из первой локации. Смотрите, те же самые заборчики, та же самая скала, в
вход в пещеру, как в самом начале. Прям точности такой же. То есть как будто копировать и вставить. Одни и те же места были. Ну, плюс-минус немножко поменяли что-то. Так. Так, летучая мышь, я вижу тень на земле. Вот она, тень. Значит, где-то эта хрень вот здесь вот висит. Ай, блин. Так, а вот сейчас бы аптечку уже реально бы неплохо бы достать где-нибудь. А что это мы куда-то катимся? Я вообще никуда не иду, смотрите, он сам катится. Обалдеть. Он катится? Что за хрень? Это какие-то особенности движка? А чем мы катаемся, блин, на самом деле? Не, вот на ровной поверхности нормально. Ну, короче, подглюкивает, видимо. Так, ничего здесь нету. Давайте еще с той стороны посмотрим. Мало ли, ничего нету. Так, я вижу птичку. Вот, вот зацените, да? Как вот ее здесь можно? Блин, еще одно говно. О, крутотень, ребята. Как раз на босса у нас будет полный боекомплект. Это прям меня радует. Неужели здесь больше нет ни одного тайника? Есть наверняка же. Еще патрончики. Уже не берет. Все, у нас 300 максимально, видимо. А здесь какая-то дырень и конец карты. Ну, судя по всему, мы дошли до конца. Кстати, я, может быть, на... Да, да. Только хотел сказать, я, может быть, где-то на деревьях пропустил аптечки, надо было посмотреть. Ну ладно, у нас, в принципе, сейчас 100. И нам, думаю, хватит пока что. Все, телепортация. Финальный уровень. Да? Да. Фух, погнали. Так. Ага, вот он у нас, наш босяра. Будем сейчас бегать от него. Ну-ка тебя нахер. Он как-то странно хрюкает еще. Ой-ой-ой, уйди от меня, уйди от меня, я невкусный. Да, прям там так замечательно положили кучу патронов на прошлом уровне. Прям вот шикарно, как будто специально... Где он? Как будто специально для этого босса было рассчитано. Ай-яй-яй-яй-яй. Не ешь меня. Ну, сейчас мы его добьем, я думаю, еще несколько кружочков и все. И опять эта музыка в тему, которая прям офигенно мне нравится. Ай-яй-яй-яй, собака сутулая все-таки задел. Ну да ладно, сейчас мы его... Все, делов-то. Кстати, хоть посмотреть, что это за статуи такие. Просто такие статуи. Так, бонусы.
Еще там какие-то монстрики ходят. Ну да ладно, собственно, нас это уже не интересует. Потому что, ибо последний уровень. Да, здесь можно было пробежаться, если у нас патронов не было бы. Мы могли бы еще набрать. Ну все, давайте на этом заканчивать, наверное. Ух, ни хрена себе, я улетел. Замечательно, продолжение следует. В Стиме есть вторая часть этой игры. Надо будет обязательно потом позже ее купить, как только скидочка какая-нибудь на нее будет. И пройдем мы еще вторую часть. Первая часть мне очень даже понравилась. Есть в ней своя какая-то такая мрачность, атмосфера, вот это вот. Нет каких-то излишеств, так вроде простенько все, но что-то в ней есть. Мне понравилась игра однозначно. В общем, давайте на этом закончим. Всем удачи, всем пока и до новых видео. До новых выпусков, хотел сказать. Ну ладно, в общем, всем пока.